Как-то раз Василий Теркин спиздил бомбу из коптерки. Шла война, буянил фриц, все пред фрицем пали ниц. Но не сдался русский Ваня, на войне не в Магадане. И хуярил он врага, отшибал врагу рога. Шел войны четвертый год, враг силен. Но наш народ, знай, ебошит подлых немцев, не клади нам пальца в рот. И решил тогда Василий положить войне конец. Фюреру подброшу бомбу, и тогда ему пиздец. Будет знать рейцхер, как трепать России нервы. Тварь, подонок и смутьян, бомбы разнесу к хуям. Впереди аэродром. Наш Василий напролом прет через минные поля. Не боится нихуя. Все солдаты Васю знают. Значит, надо, раз идет. На груди блестят медали. Ты куда? Они ебет. Как из темницы рвется узник, так Теркин лезет в кукурузник и бормочет, словно дед. Сука, парни, мироед! Загудел старик Ан-2, не рассыпавшись едва, и винтом сильнее гудя, он умчался в ебеня. Над землей Васек летит, вниз, в бока, вперед глядит. Откуда же этот сраный Гитлер всей войной руководит? Пролетает над селом, вдруг повеяло говном. Русью пахнет, благодать. И Васек решил поддать. Вонь поперла, режет глаз. Вася, Теркин, пидорас! Кто-то стал ему кричать. Только ты мог так насрать. Ну ты сволочь, ну злодей. Чопик в задницу забей. Блядство, стекла запотели. Эй, машину не разбей. Кто здесь? Крикнул Вася ввысь. Выходи и покажись. Я в бесплодный дух не верю, я партийный был всю жизнь. Коль ты старец, будь отец, немец ты, тебе пиздец. Девка, будешь мне сестрою, да явись же наконец. И проклятие извергая, появляется солдат. Длинный, рыжий, нос в веснушках и сжимает автомат. Я стрелок железной птицы, прикорнул да захрапел. Ты усмирил бы ягодицы, всю машину запердел. О, ебанько! Вот эта встреча. Ну, братишка, добрый вечер. Мы теперь с тобою в паре всех арийцев захуярим. Но базар недолго длился. Бац, немецкий мессер взвился. Кукурузник взял на мушку и въебал из главной пушки. Нахуй крылья оторвало. Ебанько обжег ебало. Винт застыл, Ан-2 в пике и направился к реке. Ну, ефрейтор Ебанько, сможешь прыгнуть? Да легко. Ну тогда, браток, давай, быстро ранец надевай. Теркин дал ему пинка, оп, и нету ебанька. А вторым пинком себя он отправил в ебеня. В реку плюхнулся Ан-2. Через миг всплыла плотва, всплыл Чапаев, ржавый таз, курский пьяный водолаз. Наши ёбнулись в болото. Теркин, чё-то жрать охота. Что ты стонешь, ебанько? А кому сейчас легко? Слышишь, Теркин, помоги, засосало сапоги, потому как без сапог я хуйня, а не стрелок. Вася дал ему ответ. В сапогах ты или нет, хрен один, но я тебе помогу в твоей беде. Вдруг раздался громкий хруст. Опа, значит лес не пуст? Теркин крикнул. Эй, урод, выходи, ебаться в рот. И к болоту вышел хрен с бородою до колен. Продвигался не спеша, с топором и попыша. Из челмы торчал косяк. Ну не воин, а босяк. Он прошел Чечню, Афган. В общем, старый партизан. Вот так встреча. Дед Кондрат, 5 утра, а ты в умат. Это ебанько Бен Ладен. Я тебе, Василий, рад. Я минут через 15 под откос состав сведу. Этот за ночь 5-й будет. Ишь, немецкий. А я ебу. Мне, Василий, поебать, что когда куда пускать. Лишь бы только пролетарий жить мне перестал мешать. Ты, Василий, в лес ступай. Там у речки дед Мазай карту даст, коль не пропил извращенец зоофил. Поклонился дядя Бен аж до самых до колен. Через Васю перелез и опять съебался в лес. Вот и думай, ебанько, где пиздец, а где легко. А без карты, знаю я, нам не выйти нихуя. Теркин влез на ебанька, как Иван на горбунка. И пошли они вперед, туда, где зайцеёб их ждет. Вот река, кругом кусты, и не видно ни пизды. По реке плывет паром, и Мазай сидит на нем. Да прибудет с вами сила! Ты чё орёшь, мудила?
Фриц повсюду шалопай, ты мазай, а не джедай. Ча как дам из ППШ, я делится душа. А тогда ты, Вася Теркин, не получишь ни шиша. Карту, компас, ну, все к хуям. От тебя придам углям. Видит Вася, спятил он. Ебанько, подай патрон. Извини меня, дедок, только ты меня допек. Что-то ты для шуток выбрал хуеватенький денек. Что ты, Вася, я же свой, не губи меня, постой. Я отдам, что пожелаешь, забирай паром, он твой. Вот тебе большого зайца. Я ему отрезал яйца так, что этот паразит теперь быстро не бежит. До Берлина год пути, заебетесь вы идти. Но до места карта компас вас сумеет довести. И они пошли опять свою родину спасать. Но опять остановились, Ебанько решил поссать. Теркин вновь на ебаньке вброд шагает по реке и сжимает карту компас вместе с бомбой в руке. Мы с тобой, ебанько, ушагали далеко. Но, конечно, без припасов мы скопытимся легко. Ебанько тут закряхтел и на зайца посмотрел. Может, сварим эту сволочь? Ну, чтоб без дела не висел. Я тебе, ебёна мать, не позволю зайца жрать. Карта компас должен выжить. Дед Мазай ведь будет ждать. Этот заяц долбоёб. Он кору с деревьев жрет. Я попробовал, просрался. От коры меня не прет. Мне бы мясо, аль сальца, помидорки, огурца. Если, демон, не заткнешься, ты отведаешь конца. Мысли только о жратве. Вспомни, родина в говне. Надо думать, как отмыться, как найти конец войне. Я ведь тоже жрать хочу, но не ною, а молчу. Я ефрейтор о народе, о России хлопочу. Я за родину, сынок, в угли прыгну без сапог. Хоть в клозет без акваланга, да хоть с жопой буйволу на рог. Вдруг хуяк, и лес пропал. На пути Берлин стоял. И на радостях ефрейтор чуть в рейтузы не насрал. Ну, добрались наконец. Скоро Гитлеру пиздец. Коль прорвемся без помехи, не уйдет от нас стервец. А на улицах оврал. Мегафон вовсю орал. Ахтунг, ахтунг, Вася Теркин с Ебанько к нам приканал. В шоке бегает народ. Кто-то тащит пулемет, кто смелее из квартиры на ворованное прет. Теркин почесал муде. Не иначе быть беде. Ведь не стали б суетиться по какой-то ерунде. Не пойму я ни пизды их фашистской суеты. Вася Теркин, хэндэхо! Рявкнул рупор и заглох. Ебанько, а ты слыхал? Кто же тут такой нахал? Я бы этому герою от души напиздюхал. Вот что, топаем в Рейхстаг. Там повесим красный флаг. Отзвонись на CNN, что мы немцев взяли в плен. Хоть и был солдат дебилом, но имел свою мобилу. Из Билайна в CNN дозвонился без проблем. А в Рейхстаге беспредел, там штурмовой отряд гудел. Про какого-то комбата под гитару песню пел. Все России нипочем, хоть секи ее бичом. С пьяным мы не только немцев, горы в порошок сотрем. Ну ладно, нехуй здесь торчать, надо Гитлера искать. Ебанько, бери патроны, нам придется пострелять. Карта компас без приказа бункер ломанулся сразу. И они кварталов 5 не могли его догнать. Вот и бункер. Спущен флаг. Теркин крикнул. Гутен так! Открывайте, распиздяги, вашу матерь так раз так. Тишина. Никто не вышел. Теркин яйца почесал. Из штанины бомбу вынул и ногой в дверь въебал. Дверь со скрипом отвалилась. На пороге фриц стоит. Весь в крестах, из пулемета, беломориный дымит. «Штирлиц, ебаный насос! Черт тебя сюда занес! Я ведь мог тебе Исаев кирзачом заехать в нос! Я бы Вася блок поставил, или бы к стенке отскочил. Я уже дзюдо освоил, меня Путин научил». И они по коридорам побежали матерясь, и стрельба по гадким фрицам с автоматов началась. И Банько успел заметить баррикаду из досок и хуйнул туда гранату. В поле каждый колосок. Перед ними дверь с табличкой. «Гитлер, просьба не мешать». И они туда ввалились и начали дружно ржать. Фюрер в майке и в трусах, белый бантик в волосах. У Адольфа за диваном хуй сосала Ева Браун. Всюду камеры стояли. «Ха-ха, порнуху здесь снимали?» «А кроме этого говна мы не можем ни хрена!» Гитлер Теркину сказал и на Еву указал. «Но зато какие бабки я напорно поднимал!» А за диваном ебанько Евой овладела легко. Та вопила «Шлазин, Шлазин!» Штирлиц вымолвил «Ого! Ну, ефрейтор, молодец! Только придержи конец! Поздно! Я ее утрахал! Нету Евы! Ей пиздец!» Теркин Гитлеру сказал «Ну все, пиздец тебе настал!
Ты, преступник и убийца, всему миру подосрал. Невиновен я, клянусь. Не хотел идти на Русь. Штирлиц вставил. Дуру гонит, я свидетель. Хитрый гусь. Говори, что ты сдаешься. Хватит нам мозги ебать. Капитуляцию готовься, жук навозный, подписать. А не буду, хуй на ни. Теркин бомбу показал. Гитлер наложил в штаны и бумагу подписал. Ну, мы уходим. Нам пора убираться со двора. Ты теперь говнюк позорный, не опасней комара. Вот тебе ядрена бомба, чтобы жизнь свою прервать. Да только будь поаккуратней, чтобы бомбу не сломать. Напоследок он пинка получил от ебанька. А через час грибок от взрыва виден был издалека. Через неделю на параде представлен Теркин был к награде. Из трибуны в микрофон речь сказал такую он. Не затем, друзья солдаты, я ходил в такую даль. Нахуй мне не нужен орден. Я согласен. На медаль. Когда-нибудь у нас на страже, таким как Теркин, будет каждый. И тогда врага любого мы хуем по стене размажем.